Имам, алейхиссалям, первый имам из семейства пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салляма. Первый имам шиитской уммы. Первый повелитель шиитской уммы. Повелитель правоверных. Имам, алейхиссалям. Имам, али алейхиссалям, является символом шиизма, символом истины. Имам, али алейхиссалям, является побудителем шиизма, побудителем истины. Суть шиизма. Кто такие шииты? Имам, али алейхиссалям, является истинным шиитом, которому мы должны следовать. Шииты – это последователи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салляма. После смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салляма, последователи имама, али алейхи салляма, приверженцы имама, али алейхи салляма. Имам Али алейхиссаляма назначил после себя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Ему это приказал сам Всевышний Аллах. Многие суннитские комментаторы, ученые, разъясняя аят Корана, сура Аль-Байгина, 7 аят, звучит: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. О те, которые уверовали! Воистину, те, которые уверовали и творили добрые дела, они наилучшие из созданий. Воистину, те, которые уверовали и творили добрые дела, являются наилучшими из созданий. Когда был ниспослан этот аят, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, сказал, что этот аят ниспослан для Али, алейхиссаляма. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О Али, ты и твои шииты, твои последователи войдут в рай первыми. В день воскресения довольными и счастливыми, а те, которые враждуют с тобой, войдут в рай, войдут в ад, прошу прощения, войдут в ад очень гневными оковами на шеях». Салават Мухаммаду аля Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммад. Некоторые суннитские ученые, такие как Табари и Наубахти, пишут: первая правовая школа истины ислама является шиизм. Его руководителем является имам, али алейхиссалям. И шиизм существовал при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салляма. Салават Мухаммаду аля Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммад. Об имаме, али алейхиссаляме, существует много разных хадисов, много разных аятов. Некоторые говорят, что 300 аятов об имаме, али алейхиссаляме, в Коране указано. Шейх Сулейман Бальхи аль-Ханафи во второй главе своего труда Янаби аль-Мавадда приводит следующее предание через некоторых достоверных ученых, достоверные хадисы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, собираясь по повелению Всевышнего совершить хиджру в Медину, вызвал к себе имама, али алейхиссаляма, и сказал следующее: «Завернись в зеленую азрамитскую ткань, в которую я сплю по ночам,
и ложись в мою постель. Достопочтенный Алейхи Салям сделал то, что ему указал пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, чтобы многобожники не поняли, кто же на самом деле спит в постели пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Таким образом, посланник Аллаха смог уйти из Мекки в Медину. Ему в этом помог имам алейхи салям. Всевышний Аллах сказал достопочтенному Джабраилю и Микаилу: «Я установил между вами братство. Определенно, жизнь одного из вас длиннее жизни другого. Готов ли каждый из вас подарить большую часть своей жизни другому?» Они ответили: «О Аллах, это приказ для нас, или у нас есть выбор?» Всевышний Аллах сказал: «Это является... У вас есть выбор. Это является выбором». Никто из них не согласился с тем, что по своей воле отдать другому излишки своей жизни. В этот момент Аллах сказал следующее: «Я установил братство между имамом, между другом моим, имамом алейхи саллямом, и моим посланником, пророком, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллямом». Али алейхи саллям предпочел пожертвовать своей жизнью на пути пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салляма, ради пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салляма. Чтобы защитить его, он лег в его постель. «Спуститесь на землю и защитите его от зла врагов». Ангелы в ту же минуту, в ту же секунду спустились на землю. И ангел Джабраил, достопочтенный ангел Джабраил, сел у изголовья имама Али алейхи саляма, а ангел Микаил сел у ног Али алейхи саляма. Затем Джабраил сказал: «Поздравляем тебя, о Али, о сын Абу Талиба. Аллах оказал тебе большую честь предпочтя тебя перед нами». В этот момент был ниспослан 207 аят сура Аль-Багара, который звучит следующим образом: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُمْ تِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу, желая заслужить благоволение Аллаха. Аллах – благоволящий к рабам. Еще один достоверный хадис об имаме Али алейхиссаляме. Салават Мухаммаду али Мухаммад. Аллахумма салля ала Мухаммад ва али Мухаммад. Аят Вилаят. 55-й аят суры Аль-Маида, трапеза, является одним из важнейших аятов, устанавливающих руководство имама Али алейхиссаляма, Ахлель-Бейта и посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салляма. Аят звучит следующим образом: «Иннама валийюкуму Аллаху ва расулаху, иннама валийюкуму Аллаху ва расулаху, валлазина аману». والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Поистине ваш вали, руководитель, только Аллах, его посланник и те, которые уверовали в него, и которые совершают намаз и дают закят, будучи в состоянии поясного поклона. В достоверном хадисе имам Али алейхиссалям, будучи в состоянии поясного поклона, в состоянии руку, к нему подошел нищий человек, бедный человек, посмотрел на его кольцо. Имам Али алейхиссалям понял, что этот человек хочет денег. В состоянии поясного поклона имам Али алейхиссалям снял свое кольцо и дал этому человеку.